Чем лечить цветущую ремонтантную землянику и как это влияет на дальнейшее цветение? Продвинутые огородники обещают, что проблем с ремонтантной земляникой не предвидится, если правильно размножать или посадить ягоду, вдобавок задействовав арсенал базовых агротехнических приемов. Что нужно знать о ремонтантной землянике? Размножается семенами и боковыми усами, любит открытую местность и свет, плохо растет на загущенных посадках. Уход базовый, прополка, полив, удаление усов, подкормка. Самой стойкой считается выращенная усами ремонтантная земляника, хотя боковыми розетками выращивать гораздо легче. Перед посадкой почву подготавливают по-разному, увлажняют и оставляют сухой. Тип посадки зависит от уровня грядки, высокие проливают. Схема размещения влияет на качество цветения и плодоношения. Например, вертикальные грядки удобнее проливать, они не соприкасаются с землей, а света получают больше, значит цветут лучше. Земляника на возвышении с пролитой землей быстрее всходит. Бороздки обеспечивают устойчивое развитие, а также больший доступ света, чем на низких грядках и быстрое развитие в сравнении с сухим типом посадки. К этим же параметрам относится рассадка земляники. По 25 или 30 см есть разница. К тому же нужно соблюсти расстояние между грядками 60 см. Как это влияет на цветение? Как мы обозначили, правильная посадка и тип размещения повлияют на скорость развития и качество цветения. Добавляя к правильной посадке хороший уход, можно заставить ремонтантную землянику постоянно цвести и быстро обновляться. Уход для цветения ремонтантной земляники. Удаление старых усов, укорачивание отрастающих, рыхление почвенной смеси, прополка перед посадкой на зиму, умеренный полив. Несмотря на то, что все условия содержания могут быть соблюдены, ремонтантная земляника заболевает. Иногда проблемы проявляются с самой весны, если почва не была обработана или земляника посажена на неподходящем участке, но перед зимой проявляются проблемы. Цветущая заболевшая земляника – одно из худших последствий поражения грибками или увядания листвы, вертицеллюлозное, фузариозное и прочее. Чем лечить цветущую ремонтантную землянику? Фунгициды, актелик, калина, фосфорные растворы. Постарайтесь убрать первые проявления грибковой болезни с помощью покупного фунгицида. Затем восстановите баланс почвенных ингредиентов, добавив удобрения. Чтобы предупредить заражение после последующего выращивания, ремонтантную землянику садят после зерновых культур и сидератов, горчицы или ржи, а также не используют то же место для выращивания в течение 3 лет после удачного урожая. Как ухаживать за ремонтантной земляникой после цветения? Убирать пораженные участки, удалять листья, обрезать усы и обрабатывать, пропалывать землю. Вносите удобрения, чтобы растение полностью восстановилось после посадки. Земляника быстро зацветает на следующий год, если ей хватает влаги, удобрений, солнца. В противных случаях ягода хилеет и мельчает. Предлагаем ознакомиться с темой, чем лечить цветущую ремонтантную клубнику. Пишите в комментариях, как и чем вы лечите цветущую ремонтантную землянику. И обязательно подписывайтесь на канал TwoNatureInfo.